Так, парни, тут, короче, все нормально у организаторов. Они решили не дожидать вообще никого из кастеров. Вот, и поэтому мы врываемся на 17-й минуте сражения команды Mouse Sports и Empire. Поэтому, ну вот, я, конечно, премного извиняюсь перед вами, но я здесь не в силах было что-либо исправить. Попробуем хотя бы сейчас войти в курс дела, я не знаю. Так, ну я напоминаю, да, что если вы хотите мне что-то сообщить, можете писать в Твиттер, это отобразится... Отобразится у меня на экране. На экране трансляции. Вот. Но мы переходим к игре, насколько это возможно. У нас пуч, например. Почему автоматическая камера даже? Ну, кстати, может так и проще, да? Понятно. Так вот. Автоматическая камера. У нас все хорошо. У нас медведь немножко побрился. Кошмар. Что происходит? Но тем временем, да, ну давайте посмотрим на пики. Мало спорт, что не забрали себе Рубика, Тролля, Деваура, Рикимару и Дарксира. На что ответили Эмпайром, Бэйном, Энигмой, Пуджом, Эмбер Спиритом и Лондруидом. В принципе, по вышкам пока состояние не очень хорошо для команды Эмпайр, так полагаю. Да, им уже сносят вторую линию фактически. Тут осталось немного. Тут чуть больше, но все еще достаточно... устойчиво. Надеюсь же, коняются за Maybe Next Time. Ну, Рикимару, смогут ли они пронять? Просто прожить смоук на удачу. Хотя на центре можно сейчас его заметить. Будет там уже просветка нажимать. Видят, моментально полетел слип. Нужно давать просветку. Вот он полетел. Даст и... Все, Рикимару наказали. Все хорошо. Еще становится 8-8. Да, мы видим, что мало спор. Здесь у нас преимущество. 4, вроде как, 5000 золота. Вот. Но это еще не все потеряно, конечно же. Да, мы понимаем, что Лондруид, Пуч. Комбинация на победу. И вместе с ними они приведут, конечно, к снесению трона. Тем более, там еще и Энигма какая-никакая есть. Да, опасно немного тролль, плюс Деваур, это неприятно. Еще и Дарксир какой-то своими стенками прочими ставит. Вот, и... ситуация, конечно, для них неприятна. Может быть, в каком-нибудь файсе, да, это подстава действительно может обернуться. Итак, Smoke Wheels, команда Маус. Получится ли у них как-то неожиданно напасть, что тут Гостик уже всю инфу дает. Он играет без Блиндаггера, у него просто Мидас. И тут вроде как Бэйна подцепили, если по троллю, он тут подцепили в ответ. Его уже на телекинез и отпускать, конечно, никто не хочет. Топоры и Мипошку здесь не простят. Давайте Нетворс откроем 20 минут, как-никак. Вот, и... ситуация, конечно, неприятная. Чуть-чуть и Рашина заберут. В результате Эмпайр придется, опять-таки, защищаться в очень невыгодной для себя позиции. Мы прекрасно понимаем, что сейчас с Аигисом ребята будут чувствовать себя совершенно свободно. У них все ультимейты есть. Вот. И в результате... не, зачем кастера ждать? В том плане, что игры начались одна на другой. То есть Анжи еще шла, они такие, ну, ребят, давайте мы начнем следующую. В этом плане. Вот. Так, Рашин упал, Мадара подбирает себе Аегис. То есть кастеров вообще нет, по-моему, да, понимаю. Вот, ну и сейчас совершенно спокойно ребята будут забирать у нас два вышки. Я так думаю, это три пойдут, потому что здесь единственное, чего могут опасаться действительно, это тот самый Black Hole. Энигма уже в своем стильном сете. Морском и... Может просто войти, дать Black Hole. Пока все будут отвлекаться на ее наручи, на ее наплечники и прочие аксессуары. Но решили не агрессировать на данном этапе все-таки. Хотя доступ к хайграунду уже открыт. И Аигас уже в наличии у Мадары. Хоть и артефактов не так много, да, по факту одна манта оставил, но этого совершенно недостаточно. Решил Мадара и говорит, еще пофармим. Ну а что ребята из команды Empire решили? Отлично же, это нам подходит. И прожимают смоки, идут в нападение в ответное на команду, которая есть, Аигас.
И в результате это сейчас может, в принципе, в какой-то степени сыграть на руку. Потому что здесь у нас пока один Рикимар опять бегает. Команду он не находит. Команду не находит пока что врага. Но зато Бейна тут на кар. Ну, Бейн. А, хорошо. Бейн-то у нас оказывается в нормальной невидимости, а не под смоками. Я упустил момент, когда он успел подобрать себе эту руну. Таким образом, сейчас-то очень даже неплохо. Тут, кстати, могут прогрессировать, если у него ремнан где-нибудь. Я пока не наблюдаю, но тут должна быть поддержка полетела. Да, есть ремнан, спасли. Хотя, спасли, хотя. Ничего не спасли. Я думал, ремнан есть, а он только сейчас его начал откидывать. И Спартан забирает себе фраг. Ну, еще, сейчас еще и медведички не похоронили. В результате Бейн сделать ничего не смог. Он еще курьера пытался подрезать, но не страшно. Курьера ничего не было. Ну и теперь заход на хайграунд. Эмбера нету, фистами откидываться никто не мог. Да, там неприятно, конечно, у нас Малифайс. Но... потихоньку, помаленьку можно этим закидать. С края можно было зайти. Но не стали этого делать. Пока что ждут. Фак фармит. Всех мидосы. У Рики, к счастью, нету мидоса. Спасибо, но... спасибо Рикимару. Где у нас тролль? Ну, тролль, да, продолжает себе все-таки собирать потихонечку. Он себе уже должен был, по идее, вести, но пока еще не торопится. Фармит чуть медленнее, чем хотелось бы. Хотя вроде вторая строчка на Творс, там первая. У нас 13 тысяч у Фага. Да. И ждут. Похитил флеймгуард. В любом случае будет полезно. Конечно, хотелось бы хук похитить, но... чтобы вытягивать своих оппонентов. Какую-нибудь Энигму, да, выкинуть. Энигма дует Black Hole, все умирают. Вот, это очень даже неприятный был бы момент. Звук игры просят добавить. Это я лучше бы, хотя, может... вот так, допустим, да. Итак, вот он, Diffusion Blade, да, 24 минута. Опять-таки, преимущество просто тонны денег. Вроде и убийств мы видим, что не так много. Всего лишь 18 к 24 минуте. Видали и пострашнее. Но 10 тысяч преимущества за командой. Mouse Sports. Видим по графикам тоже, что все не очень здорово. Продолжают они уверенными скачками подниматься на уровне выше. Ну и вторая, опять-таки, Smoke Wilska за это время. Пока что не была ни единой успешной. В частности, иногда из-за Рикимару. Но Рикимару, кстати, там не раскрыл, да, если быть откровенными. Но мог бы. Тут тем временем могут найти тролля, кстати, если почувствуют, что тут что-то неладное. Но Вижена нет, хотя как это нет, он стоит в арт. А он тролля не видел, хотя здесь, по идее, должен был бы. И да, ну тут уже должны хранить. Дисмембер есть, все есть. Долго-то убивает. Это минус Аегис. Итак, успеет ли команда, лучше главное, просто здесь есть Black Hole, не стоит об этом забывать. И полетел первый у нас. Контроль, финсгрип есть, Black Hole. Отлично, подцепили здесь Dark Sierra. Успеет ли убить? Нет, не успеет. И тем временем Фак уже делает себе мега килл, убивает Пуджа. Сражается с медведем, просто сделал его астрал, пошел дальше. И до лоны не проблема, и медведя тут похоронит. Лон друид сам по себе спасется. Ну, убили Пуджа, еще Black Hole, похищенный Спартаном. Этого я вообще не ожидал, там, по-моему, не ожидал этого и у нас Чапи. Потому что, когда он успел, его сразу же почти было... применен. Ну, вообще, возможно, кстати, это да. Этот момент очень неприятный сейчас для команды Empire. Лишится лон друида. А в результате еще и лишится он куча всего. Телекинез есть, подцепили Бейна. Просто под батл транс, мипошка в таверну. Но тут, по-моему, уже, друзья, достаточно грустно. Хотя таг вытянули, будут ли есть дисмембер сражаться. Тут моментально сверху точка и... что, есть тяжка. Просто добьют сейчас гостика. Даже не выходит из... как бы... ой, не выходит из точки, говорю. Ничего не боится, просто ложат бить. Сейчас бы из точки своего же Рикимара выходить. Вот. Ну и также забираются у нас вышкам. Подцепили также Пуджа, тоже моментально по одному в таверну, друг за другом, без каких-либо надежд. Ну, команда Империя, мы понимаем, да, она вчера выиграла себе билет на саммит. Сейчас они раскликаться зашли. Делики для... компендиума пополнять. Тут же моментально врыв с форстафа. Санди заклипс и похороны. Даже Эмбер Спирит вынужден выкупаться. Понимаешь, что тут может быть нападение от Пражета было. БКБ опять-таки у Энигмы. Но Black Hole только через полторы минуты. Поэтому успеет откатиться в случае необходимости. Хотя, в случае необходимости, по-моему, команда Mouse Sports может сейчас заканчивать это действо.
Да, продолжите не агрессировать. 5 потерь золота очень громадно. 20 тысяч уже преимущество за маузами. И вот еще и просветку выдали на всякий случай, но не нашли никого. Центы только что. Вот, ФН возвращается. Живой, здоровый. На сей раз. Но с таким преимуществом уже будет тяжко, конечно, воевать. Мы видим, что продолжает еще один скачок в плюс для команды Маус. И остановить их будет очень-очень сложно. Я также напоминаю, что это Best of 1 идет на очки. На поинты. То есть они на те очки. Гарри Поттер какого-нибудь. Да. И что дальше? Ну, подумаешь, один раз поиграет. У них сегодня день выходного. Можно вообще было устроить. Им бы все это простили. Запросто. День выходного дня. Нет, просто выходной день. Но, тем не менее, нас несли одну сторону, дальше пока эти не спешат. Айги закончился, БКБ еще не нафармлено, поэтому спешить некуда. Команда Моста прекрасно понимает, тоже понимает также, что можно опасаться и блэкхолов всех вот этих вот. И урона может хватить в один прекрасный момент на троллям, поэтому лучше лишний раз не агрессировать, да, это тоже им известно. Собрать, да собрать уже БКБ на Мадаре. Ну и со всем остальным разобраться без проблем. Ну, тут тоже БКБ есть. Скоро и Хекс прилетит. Так что... сложности, я думаю, с хайграундом не возникнет. Что Мед пытается, да, тут мы видим, проагрессировать. Хотя бы Радиансом. Но получается у него это не очень успешно. Ну, по байбекам вообще. Байбек есть у кого-нибудь из команды? Нету. Нету никого из команды Empire байбека. Там может быть проблемы. Здесь у нас, да, Мипошка. Тать с телепорта. Успеет ли его сбить? Дарк... есть! Дарксир! Отлично! Ворвался на Сюрдже, добежал таки. Это минус Мипошка. И сейчас по нижней линии просто-напросто пойдут воевать. Ясное дело, что телепорта никакого нету. И даже если бы и был, он бы его сделать не мог. Соответственно, ситуация, конечно, максимально невыгодная. Теряли Бейна, но, возможно, не так страшно, как хотелось бы. У него 1500 нетворцев все-таки к 30-й минуте, поэтому эта потеря особой погоды не делает. Он через 15 секунд уже вернется. Ну и забирают еще один шрайн. После чего есть совершенно законная возможность идти на хайграунд. Здесь пока продолжают пытаться фармить себе фен. Ему очень сильно хочется хотя бы Мелштром, но с такой... такой сумкой, конечно, ему мало что-либо светит в драке. Мы это тоже все видим. Лондруид может как-то попытаться что-то придумать. Есть у него Владмир, есть Рейдианс, там Мидасы. Затягивать им на